Своим видением того, что происходит в Армении, поделился лидер ЛДПР и депутат Госдумы Российской Федерации Владимир Жириновский. Армения находится в той части света, на Кавказе, на Востоке, где вопросы часто решаются силой. Возьмите Египет, там всегда во главе маршалы. Ливия, Ирак, Афганистан, у власти военные. Турция рядом с Арменией, там 6 военных переворотов было. Такой же сценарий возможен и в Армении. Армяне в скором времени могут проснуться в формате нового политического режима, а Пашинян ли сбежит за границу или спрячется в американском посольстве. Но смена фактически неизбежна. И возглавит в итоге страну не обязательно пророссийский кандидат, но по крайней мере не пронатовский, ибо пронатовские, проамериканские уже у власти в лице Пашиняна. И вы скажете, а что делать дальше? Решение одно. Как было при царе, в состав России. Все успокоится, никто ничего не будет делать, но обязательно надо спросить армян, хотят ли они этого. Если не хотят, пусть остаются независимыми. Но и мы ни одного солдата больше туда не направим. Американцам тяжело помощь оказывать. Ибо против армян натовская страна Турция и Азербайджан, который для Америки и для НАТО ближе, чем Армения. Поэтому кроме нас, Армении никто помощь не окажет, заявил Жириновский. Снять исторические корни. Что в пятом еще веке нашей эры, когда нас не было, России еще не было вообще, были отдельные княжества. Уже было древнее государство Урарту, и там жили только армяне. Что у вас за карты? А? Вот это карта, когда так было. Вот все это Армения, пожалуйста. Грузия тоже древнее государство. Азербайджан к нам перешел в 1829 году после убийства русского посла Грибоедова. Поэтому исторически это, конечно, земли армянские. Но их мало всегда было. Из Средней Азии идут турки-османы. Миллионы их. И сметают все на своем пути. Почему армяне оказались в тяжелом положении? Христиане и другой язык. Азербайджанцы – это иранское племя. Это им ближе Иран. Но турки их отуречили, проходя, кажется, походю 200-300 лет под турками.